Сегодня будем печь пирог. Мы набрали яблок в саду. Они очень свежие, красивые, наливные. И сейчас приступим к делу. Из яблок можно спечь много разных видов пирогов. Но сегодня мы спечем самый простой пирог, который называется «Три стакана». Берем 1 стакан муки, 1 стакан манки и стакан с верхом сахарного песку. Если вы хотите по граммам, то тогда это будет 150 грамм муки, 150 грамм манки и 200 грамм сахарного песку. И 10 грамм разрыхлителя. Все тщательно перемешаем. Приготовим 4 стакана и разложим в них поровну сухую составляющую нашего пирога. Теперь яблоки порежем тонкими слайсами. Сразу же подготовим 1 килограмм яблок. И теперь все произойдет молниеносно. Высыпаем 1 стакан на дно нашей формы и распределяем по всей поверхности формы, желательно равномерно. Можно чуть-чуть подправить ложечкой. Следом за этим будем раскладывать яблоки. Берем 2 стакан и также посыпаем по всей поверхности, чтобы закрыть все яблочки. Теперь нарежем 2 порцию яблок. Очень хочется, чтобы они не успели сильно потемнеть, поэтому я делаю поэтапно. Режу и перекладываю. И сразу же выкладываем 2 слой яблок. Стараемся выкладывать ровненько и быстро. И сразу же засыпаем сухой смесью. И все повторим еще раз. Опять быстренько режем яблоки и раскладываем последний слой яблок. А сверху яблок у нас будет опять сухая смесь. И это уже последний слой. Надо засыпать его как можно равномернее. Теперь уже можно включить духовку на 180 градусов и пусть она прогревается. А мы пока натрем масло сверху последнего слоя, холодное из морозилки, чтобы было удобнее это делать. 100 грамм будет достаточно. И польем наш пирог молоком, можно сливками, 100-120 граммов. Сделать это нужно равномерно. Все, несем в духовку на 50 минут. Вот как тает масло. Красота! Пирог наш готов. И теперь мы дадим ему немножечко остыть. И потом выложим на блюдо. И разрежем. Вот какой мягкий, нежный пирог получился у нас. Ну, теперь зовем друзей за наш стол и будем угощать. И вы тоже пеките, зовите друзей, угощайте и будьте здоровы. Всего вам доброго!